Добро пожаловать в группу под названием Prop Night. С вами канал AlexPlay, и в этой серии мы с вами активируем халявный код на скинчик за выживших. Ну что ж, заходим в кастомизацию. Теперь здесь есть кнопка активировать код. Вводим сюда данные цифры. Они скрыты, но я вам покажу их, конечно же. 202, 210, 57, 61. Успех! Секретный код активирован. Отлично! Найс, какая милашка, ребятки, посмотрите. Офигенно, давайте ее посмотрим, персонажи. Вот он, классный скин. Она здесь сама на себя не похожа, но выглядит прикольно. Let's go, погнали, побегаем. Всем приятного просмотра. Надеюсь на ваши лайки, комментарии и подписочку на канал AlexPlay, это обязательно. Начинаем. Играем мы на карте аббатства. Слушай, ну, смотрится данный скин довольно-таки неплохо. Сейчас, когда будем чинить, его рассмотрим еще. Сбегите! Надеюсь, у нас получится. Так, не торопимся тратить стамину. Она нам пригодится. Вот здесь можно уже сесть. Сзади сумочка желтая. Она вся такая, кстати, золотая. Такие нашивки золотые, ремень золотой. Прикольно смотрится. Мне лучше по сторонам смотреть. Подожди, а это импостер? Я не понял, это импостер или нет? Мне кажется, импостер. Я забыл, кто ман. Я реально забыл, кто ман. Ладно, окей. Будем поглядывать по сторонам на всякий случай. А, вон он, да, это импостер. Все, все верно. Там один. Нет, нет, чувак. Я застрял! Я застрял! Я хотел оглушить его. Боже мой, слишком... А, он сломал. Слишком большой предмет. Я, кстати, могу издалека, да? Слушай, а если он? А если он кемперит? Не, мне лучше, лучше в грибок. Так, все, спасаю. О, проблемки у нас, проблемки. ЧСВ поймали. То есть, я даже не знаю, стоит ли спасать ЧСВ. Но если он ЧСВ, типа, он же нас не будет спасать. Ладно. Ну, хотя можно спасать, да? Он просто, как бы, зазнавшийся. Подожди. А кто грибок? Опять кого-то поймали. Да вы издеваетесь. Сорвали. Боже мой. Ну это конец. Это конец, ребята. Это быстрая катка. Они просто друг за другом ложатся. Просто друг за другом. Тут мне не очень везет. Ой-ой! Вау-вау-вау! А другого кого-то поймал, да? Валим, 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 валим! Кружка, кружка! Кружка, мать его! Блин, сори, сори, эмоции. Я не мог в кружку превратиться. Я, если бы я превратился в кружку, я бы перепрыгнул этот заборчик из травы. И все бы было хорошо. Я переволновался. Так, я вижу грибочек и бутылка. Грибочек, по-моему, идет в мою сторону. Слушай, ну мы ни одного гена. А один генга дали все-таки. И минус один. Окей, слушай, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю... В первую очередь, не паниковать. Не стоит паниковать. Будет только хуже. Пошли за нами. Да вы издеваетесь. Да вы издеваетесь. Я замедлялку кинул в него. Я кинул в него замедлялку. Слушай, я... А, смотрите, какой зараза. Он думал, что кто-то тут прячется рядом. Ну ё-моё.
Ничего, будут еще хорошие катки. Блин, какая милаха, вы посмотрите на нее. Прикольный скин, прям классный. А все, видимо, да, спасать никто не будет. А ЧСВ, ну, блин. Неужели ЧСВ спасет меня? ЧСВ нытик. Блин, я сомневаюсь, что ну как-то ЧСВ... Или все-таки спасет, все-таки ЧСВшники хорошие люди? Ну это хорошо, слушай. Разбиваем стереотипы от ЧСВшников. Спасибо. Спасибо. О, уже идет. Импостер сюда идет. Так. А где он? Боже мой. Я не вижу его, ребят. На стульчике кто сидит? Слушай, а он меня видел? Капец. Мне кажется, он меня видел. Или не видел? Не видел. Пошел искать меня. Превратился. Я просто в грибок приплыл. Боже мой, где я? Я грибочек? Да блин, мать, я не вижу ничего. Неудобный ракурс, неудобный. Да блин. Так, покатились. Валим, валим, валим. Короче, я один остался. А, это не заведен. Он будет чекать генератор, я думаю. Так, возьмем. Надо отхиляться по-любому. Так, еще в грибок можно превратиться. Не, сначала, наверное, превратиться надо в грибок, да? Это слишком паливный генератор. Но будем пробовать, у меня сколько времени есть. Пробуем завести. Надо один хотя бы дать ген. Так, просто здесь. Тусуемся здесь пока что. Он сейчас прочекает. Так, у меня 1000. У меня, если что, есть энергетик. Он идет, он вон он ходит, вон он. Он не видел меня. Или я пошевелился. Где-то рядом. А, тут чекает. Он думает, что я где-то здесь. Валим! Валим, ребята, валим! Уходим, уходим, уходим. Нет! Нет!
Нет, прощайте! Блин, я книгу не подобрал! Книгу не подобрал! Я его оглушил. У меня 3000! 3000 на фарму! 3000, ребят! Боже мой, это бы мне помогло что-нибудь найти, отхиляться, чтобы... А, нет, я немножко переживаю. А может, есть шанс сбежать? Боже мой. Да это нереально, это нереально! Побежали, 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 побежали! Да превратись назад! Валим. Я смотался, но у меня 4 минуты. Блин, я сомневаюсь, что я смогу завести все генераторы. Так, он сейчас будет тут, наверное, проверять, чекать. Он сюда пошел или нет? Можем, конечно, тут потусоваться. Можем потусоваться тут немного. А можем начать заводить. По-хорошему, нам бы, знаете, до куда добраться? Нам бы добраться до самого углового места. Так, отстреляемся. Фотоаппарат. А, смотри, что мы делаем. Мы сейчас, по-моему, можно скинуть, да? А на какую скидывать? А я не помню, слушай, на какую скидывать. Ну-ка, а что там еще есть? Инструменты. Я пока не могу взять инструменты. Надо превратиться. Он видел меня, нет? Он не видел меня. Боже мой. Так, у меня книга есть, если что есть. Аппарат и книга. Наверное, сейчас сюда придет. Валим. Да, вторую. Здесь потусуемся. Блин, ну еще долго заводить, еще 2 гена. У меня здоровья очень мало. Я могу взять инструменты, но, блин, нам бы пофармиться. Я, мне кажется, я не убегу от него. Он может услышать.
его оглушил. Не, ну это конец, это конец. Сражался как мог. Последний генератор, если бы мы завели, то все. Ну, блин, там, это уже сложно было. Это было реально уже сложно. Ну, красавчик импостер, что. По-моему, неплохая была катка. Сложная ситуация. У меня недостаточно опыта, чтобы правильно отмансовать. И сам импостер очень довольно-таки хорош. Хорошо играет. Ну, я надеюсь, вам понравилось. Вторая наша игра на карте школа. Надеюсь, сейчас будет лучше. Все зависит от тиммейтов, от команды. Так, погнали. Что происходит? Вчетвером можно? Давайте вчетвером позаводим. Ну-ка, вчетвером, давай. Ну, заводи. Их четыре. Ну, быстро, слушай, ну, намного быстрее. Намного быстрее, когда ты один остаешься. Вот тогда прям скорость моментально, как будто бы 8 человек заводит. Так, я думаю... Где она? Так, ну все, она, в принципе, переключилась. Давайте продолжим заводить. Ну, точнее, начнем заново действовать. Кстати, прикольно, в свинюшку можно превратиться. Слушай, она хрюкает? Прикольно. Она реально хрюкает. А чё они разбежались? Это же не импостер. Какого черта? Они подумали, что это импостер, что ли? По привычке? Или они пошли спасать? Я не понял, что-то куда-то убежали. Ой-ой-ой-ой. Валим, 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 валим. Thanks. Так, здесь можно спрятаться. Кажется, ушла. Тиммейта спасли, и мы тут начинаем заводить. Ну, раз она здесь проверила, я думаю, не будет проверять. О, а есть маленькая версия? Маленькая версия хрюшки. Можно тоже превратиться. Внизу еще поймали. Ой. Ой-ой. Побежали спасать. Так, она внизу, все нормально. А, тут так же, как в Dead by Daylight. То есть, если ман рядом... Путаешься! Можно запутаться! Я ее не видел. Я ее не заметил. Блин. Что за фейлы-то у меня такие-то? А, фейловый человек. Внизу все тиммейты. У нижнего 29 секунд. Пошли его, наверное, спасать. Один ген все-таки дали. Так, все, надо сейчас постараться. Получше сыграть. По стелсу, что ли. Если меня еще спасут. Ну, вроде бутылка поднимается. Да, бутылка, кажется, поднимается. С маном нам тоже повезло. Он не кемперит, это хорошо. Боится. Боится. Он что, разбился, что ли? О, спасибо большое, спасибо. Так, возьмем монетку. Блин, а если он сюда придет? Что там происходит? Там два раза запороли. Видимо, она там бегает за кем-то. Так, 700 монеток. Если мы еще одну монетку найдем, то... Как раз будет 1000. О, вот монетка. Она где-то внизу, по-моему, тусуется. Ну, что там? Фотоаппарат, отлично. Может, даже кого-нибудь спасем. Опасно здесь. Прям в углу. Надо срочно заводить. Надеюсь, внизу тоже заводят.
половинка есть. Еще когда заводишь, вот ты слышишь, внизу. Положили одного. А, по-хорошему нужно, конечно, фотоаппарат сберечь. В том случае, если тиммейта моего рядом со мной положат, я смогу его выручить. Но с фотоаппаратом, ну, почти 100%, что ты спасешь его. А, кстати, он третий раз, да, уже? Ё-моё. Не знаю, давай пока здесь потусуемся. Мне кажется, он где-то рядом со мной. Слушай, я в скейт могу превратиться, хоть он далеко. Нет! Нет, нет, нет! Она кинула его. Блин, она скинула его. Капец какой-то. Не получилось по таймингам. Она решила сразу скинуть. Еще один ген дали. Так, а мы этот как раз дадим ген сейчас. И будет уже 3 генератора. Вот непонятно, внизу она или сверху. Так, 1000 есть? Лучше в книгу какую-нибудь превратиться. Капец. Что она делает? Она видела меня, нет? Какого черта? Так, погнали, погнали. Вау! Другой в другую сторону! Слишком палево. Ой, она сейчас будет чекать. Но она за банкой побежала, а не за книгой. А я уже книга. Блин, надо челика спасти. Напряженно, напряженно. 25 секунд осталось. Его будут это спасать? Жаль, 12 секунд. А, я одного спасаю, другого ложат. Ну ё-моё. Можно тут дозавести. Давай, 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 давай! Уходим, уходим, уходим. Она
Мне кажется, не заметил меня. Слушай, ну тут она меня не найдет. Мы сейчас монетки подберем. Чувак завел генератор, пока я мантил. Так, там что-то есть, да? Книга. А тут завели. Так, лучше в предмете будем передвигаться. Сможем еще взять два предмета. Раз. Книга. И еще. Давай еще. Аккуратненько. Тут много книг, она может запутаться. Так, здесь заведенный. Ой-ой. Она сейчас будет контролить, наверное, генераторы. Последний ген надо дать. Слушай, ну очень здорово. Очень здорово мы сработали. Хоть было сложно. Но в принципе... Блин. А он последний раз будет? Он последний раз будет? Наверное, здесь потусуемся. Так, вот она смотрит. Слушай, она сейчас... А если она сюда поставит? Она ищет меня. Если она сейчас глаз сюда поставит. Надо заводить. Блин. Так, а где еще генератор есть? Тут заведенный, да? Монетки. Можем другого начать заводить. Слушай, она внизу, по-моему, да? У меня еще одна книга есть. Три тысячи. Она сейчас будет двери контролить. Так, книга. Это аппарат. А, ё-моё, как же опасно. Так, у меня есть что? Есть фотоаппарат. Можем ее оглушить. Блин, да что ты делаешь-то? Одна дверь вдалеке, а где еще одна? Они рядом будут? Да, одна здесь. Так, сейчас как она посмотрит? Как она глянет?
ты издеваешься? Так, ё-моё. Книга. Может, еще монетку? У меня минута есть. Так, надо, наверное, тот продолжить открывать. Или другой. Блин. Времени слишком мало. Так, сейчас она посмотрит сюда, и мы будем открывать, наверное. Двадцать секунд осталось. Сбежал! Ребят, я сбежал! Благодаря книге я... Она два раза хитанула меня, я все-таки сбежал! Найс! Я считаю, за это нужно поставить лайк. Офигеть! Так, а как ГГ написать? Вау! Найс, бро! Все за меня переживали! Офигеть! Мне лайк поставили! Блин, капец, как приятно! Я не знаю, как написать ГГ. Прикинь, они все со мной наблюдали. Может быть, мои подписчики, было бы здорово. 3 лайка мне поставили. Ну, по сути, они все лайки мне и поставили. Все втроем наблюдали со мной. Я это сделал, ребятки. Это было очень напряженно в конце. Я, честно говоря, сам в шоке. Причем, знаете, в чем фишка? Во-первых, на последних секундах я это делал. У меня просто не было варианта. И много факторов сработало. Я использовал книгу. И она подумала, что я куда-то убегаю от нее. А я просто использовал книгу и под невидимостью продолжил открывать. Она мне два раза хитанула, и я сбежал. Офигеть. В общем, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и комментария. Это была супер катка. Вау, вот это было реально здорово. Вот это было прям супер. И еще было приятно, что за мной наблюдали, оказывается, все это время. Офигеть. В общем, таки, до новых встреч, всем пока, надеюсь на ваш лайк, колокольчик, подписочку, и будет обязательно еще серии. Всем до скорого, пока-пока.